Всем привет! Александр из Зеленограда, Москва. В этом видео я расскажу, как после 2 лет использования планшетом Prestigio мы вернули полностью деньги за этот планшет, за который мы покупали, и сдали этот планшет. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Здесь сейчас появится кнопочка, если вы смотрите на YouTube, появится кнопочка активная. Нажимайте на нее, переходите на мой канал и подписывайтесь. Или если вы на YouTube, тут внизу есть слово подписываться. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, палец вверх, задавайте вопросы. Итак, сейчас я расскажу вам нашу историю. 2 года назад, примерно 2 года назад, мы купили планшетник фирмы Prestigio. Тогда он стоил 9990 рублей. Начали им пользоваться. За время использования, то есть за 2 года, он у нас был в ремонте примерно, да, он был в ремонте у нас три раза. 2 раза по 45 дней и 1 раз 30 дней. Сразу вам скажу, если вы не знаете, что если товар находится в ремонте по гарантии, то время ремонта прибавляется к гарантийному сроку на товар. И где-то почти к 2 годам использования данным планшетником у него появилась проблема, и мы его сдали в ремонт. Во время воспроизведения видео на YouTube был скрежет в наушниках. Мы его сдали в ремонт. Прямо это было за несколько дней до окончания гарантийного срока. Но так как у нас аппарат был в гарантии уже до этого 2 раза по 45 дней, то есть гарантийный срок увеличился еще на 3 месяца, мы спокойно его сдали в ремонт. По прошествии где-то примерно 20-30 дней приехали в гарантийную мастерскую, и там выдали нам заключение, что аппарат не подлежит ремонту. Выдали нам справочку, с которой мы должны были идти в магазин, где приобрели этот товар, и получить деньги за планшетник. Получив эту справку, мы отправились в магазин. Начали искать этот магазин, где мы приобрели планшет. Оказалось, этого магазина уже нету. Появилось некоторое волнение по поводу возврата денег. Позвонили в сервисную службу Prestigio, где нас успокоили. По телефону мы заполнили заявление, и через день нам позвонили из сервисной службы Prestigio, сообщили, куда нам нужно обратиться для возврата денег, в представительство Prestigio, метро Петровско-Разумовская, город Москва. Название магазина я, к сожалению, не помню. Это было перед Новым годом. Я туда поехал, сдал планшет, все документы, справочку из гарантийной мастерской. И еще одна тонкость. Обязательно, когда вы сдаете в гарантийную мастерскую товар, к
когда вы забираете этот товар, обязательно сохраняйте все справочки для подтверждения увеличения вашего срока гарантии на время ремонта. И после Нового года деньги в размере 9990 рублей за планшет были переведены на мой счет. Таким образом, после 2 лет использования планшета я получил обратно деньги. Сейчас за такой же планшет, аналогичный, можно купить за 5-6 тысяч престижу. Таким образом, вот такая чудная ситуация произошла с планшетом. Она произошла как раз перед Новым годом. Очень было весело. Вот так вот. Будут какие-то вопросы задавать, и, возможно, я забыл какие-то тонкости всего дела. Руки дошли только сейчас записать данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока.